Вот, идем по набережной гуляем. Вот такая набережная. Вот такие вот пальмочки тут растут рядышком с набережной. Все. Идем туда. Окленд Бридж. Кстати, больше, чем золотые дороги. Самый большой мост Сан-Франциско, вот, да? Самый... А видите, там Окленд через Дали-Левина, вот, тоже там порт. Почти мы сейчас зайдем на пирс. Да. Отсюда видно маяк вроде. Смотровая площадка. Вот такие прикольные обезьянки висят. Такое место. Развлекуха. Попробуем это. Такие обезьянки тут наверху. Какое-то развлечение. Вот пришли на пирс 39. Оно как выглядит отсюда. Кассия местная дерибасовская. Продолжаем идти. Шоколадки какие-то продаются. Ого! Вау, класс! Куча шоколада. Да. Давай на обратном пути зайдем, короче, будем выходить, когда купим шоколад. Блин, какой запах шоколада. Вау! Сашка нашел свой магазин со сладостями. Такая вот тут туса. Паровозик ездит с елками. Магазин дикого чая. Угу. Сифуд ресторан. Я здесь просто. Спускается вечер, на мосту включили освещение. Фонарики начинают загораться. Ужин закончен, пустые тарелки. Немножко вечернего Сан-Франциско. Hey, where you going? Right here. Отлично. А вот стою внизу одного очень высокого здания. Оно куда-то туда. Вверх уходит. Вот такие вот колонны. Такая вот монументальная конструкция.